Всем привет, ребят. Сегодня поедем мы на авторазборке на BMW. Нужно накладку на порог купить. Искали мы вчера в Москве накладки. Они, цена их там, короче, где-то примерно от 4 и выше. Там чуть не до 15 тысяч. Ну, это слишком, ну, дорого. Потому что где-то, ну, там не нужны мне никакие там спорт и так далее. Мы, короче, созвонились там знакомым, через знакомым в Пушкино на разборке. В итоге там за 1500 их можно найти. Вот сегодня поедем, мы их заберем. В итоге их надо будет еще покрасить цвет BMW. Это красный. И поставить накладки. Потому что пороги мы обваривали, варили, чтобы там все как бы спрятать аккуратно, чтобы все было, потому что там все промазано. Мы накинем уже пороги, и будет все отлично и хорошо. Вот. Сейчас мы поедем, и уже я вам все покажу сейчас, как купим, что купим. Посмотрим еще глушитель на этот, на BMW нужен. Там он, блин, из чуть не из 10 частей состоит, а он там весь переваренный, наваренный, поэтому, ну, как-то он весь кривой. Ужас, короче. Поэтому надо будет смотреть глушитель на этот BMW, если что, он недорогой, купить и также его воткнуть, поставить. Видео, которое я выставлял по поводу панель приборов на BMW, которая не работала, в итоге мы все проверили, всю проводку, все вообще, все датчики. Все, что можно было, мы проверили. В итоге, короче, поехали, взяли там у знакомого на разборках по поводу BMW панель приборов. Решили проверить, как она будет себя вести. Воткнули ее, и, короче, у нас все заработало. В итоге причина была, скорее всего, в самой приборке. Поэтому приборку мы поменяли. Машину все собрали, завели, все работает, все отлично. Ну, как бы вот так, ребят. Сейчас будем собираться. Время у нас 9 утра. Будем собираться, поедем в город Пушкино. Там где-то перед Клязьмой у нас будет разборка сама. И будем смотреть, что там у нас есть. Вот. Что-то вот так. Смотрите, ребят. Так, ребята, всем привет еще раз. Ездили мы, купили пороги на BMW, пластиковые накладки. Сегодня я их хочу покрасить цвет. У меня остался краска еще на бэхе, которую я красил. Вот, сделаем мы сейчас, будем их грунтовать, будем их зашкуривать. Там шпаклинем, где-то надо будет подклеить, потому что там есть трещинка. Вот. И, в принципе, будем красить, я тоже вам все покажу. Купил я еще накладки на пороги сами внутренние. И на ручке открывания, где дверей, я вам фотографию покажу. Открывание дверей, где там такая облицовочка вот эта, я сейчас тоже вам покажу. Ну и, в принципе, всего за это я где-то отдал, наверное, 1000 рублей. Вот, там как бы не знакомые, не через знакомых и так далее. Вот. Ну и сейчас я вам, в принципе, все покажу. Буду заниматься порогами, ну и так далее. Вот, ребята, у нас сами пороги. Вот он, порог. Не в таком он, в принципе, в хорошем состоянии, но в отличном состоянии они стоят под 8 рублей. 8-10 тысяч. А зачем нам это надо, если мы можем сами руками сделать, все зачистить, где-то шпаклянуть, где-то убрать вот эти вот всякие трещинки и запаять. Вот. А вот этот правый у нас, вот это у нас, по-моему, правый, он треснутый где-то. Сейчас я покажу. Вот, он здесь вот он треснутый. Но это ничего, это у нас все паяется, все убирается. Вот. Ну и сам его надо будет подшкурить немного и уже красить. Также вот этот левый порог, он нормальный, он не треснутый, почти можно сказать в идеале.
Проблем с ним нету никаких, поэтому его мы только зашкуриваем, грунтуем, также красим. Так, ну вот у нас еще вот такие вот накладочки я купил. На пороге они вот идут, накладочки. Они в принципе есть, но они там такие потрепаны уже. Вот еще после пожара у меня они все поплавлены, поэтому я взял такие. Вот это, естественно, облицовочки уже нету. На всех, в принципе, BMW, только если на новых покупать, вот это серебристая такая. Ну, можно что-нибудь придумать, если голова на месте. Ну и вот такие вот облицовочки на ручке я купил тоже. Это все, что нужно. Остальное у меня, в принципе, все есть. Вот это такой ремкомплект я взял для пластмассы. Ну и там не только для пластмассы. Сейчас я его разведу и сделаю порог, который, где там трещина на пороге. Потом зашкурю, зашпаклюю и уже покрашу. Так, ребят, вот мы, короче, сделали один порог, зашкурили его, короче, и зашпаклевали. Есть там одни места, я вам показывал, где он там уже, ну, такой убитенький. Сейчас мы второй будем уже шкурить. Сейчас я вам покажу, как что из него получилось. Так, вот, ребят, у нас как он получился. В принципе, шпакли не так уж и много на нем. Здесь просто побольше я навалил, я потому что потом зашкурю, чтобы выровнять там ямки вот эти. Вот, я вот так зашкурил. И с той стороны сейчас за этот, как его, сделаю трещину, заделаю ремкомплектом. И уже будет лежать, сохнуть пока он. Вот, и еще у нас сейчас я буду дальше шкурить вот этот порог, он нормальный. У него нету косяков, его шпаклевать ничего не надо, только зашкурить, замотовать, грубо говоря, потом загрунтовать и покрасить. Вот. Я думаю, наверное, я не знаю, грунтовать, не грунтовать, либо так, это все равно пластмасса все обдерется, блин. Вот, ну, в принципе, ничего, попробуем. Ребят, берем мы ремкомплект, будем сейчас делать порог, заклеивать. Сейчас я разведу, там обрезаем мы стекловолокно, разводим, тут есть у нас сзади, как это делать и так далее. Вот, и потом уже туда приклеиваем, наносим. Ну и там она 24 часа вообще должна сохнуть, сутки, грубо говоря. Вот. Сейчас мы сделаем все. Я вам сниму, покажу. Так, ну вот мы все зашкурили. Сейчас будем скоро готовиться к покрасочке. Вот этот порог у нас я сделал. Трещину положил кувалду. И она совместилась с трещиной. Я ее замазал клеем. Вот, пусть оно сохнет. Порог один обезжирен, и можно будет его, в принципе, начинать красить. Вот, развели мы, все сделали, поэтому как покрашу, ребят, я сниму, покажу. Так, ребят, положили мы первый слой. Сейчас положим два слоя, второй слой положим, положим потом, ну, наверное, тоже два слоя лака, и я думаю, будет нормально, сойдет. Ну вот, ребят, покрыли мы лаком, положили два слоя, два базы, вот, как у нас, в принципе, получилось, довольно, ну, как бы нормально, для низ порогов накладки это подойдет. Вот. Ну и в принципе, как бы все. Пусть сохнет.